В предыдущей серии. Вот, короче, тут мы и живем. Это самая глубочайшая щель. Тебе письмо от мамки. Жду тебя на днище. Рада была что-то там. Короче, идите нахуй. Первый уровень. Край бездны. Там какая-то хрень двигается. Второй уровень. Третий уровень. Четвертый уровень. Я не могу шутить над таким вещам. Нижняя часть четвертого слоя. Уважаемый предводитель. Вы каким местом эти карты рисовали? Ой, да хороший, сейчас дойдем. Во, я об этом месте говорила. Эй, ты давай по холмам не ходи, а то будет опять проклятие четвертого уровня. Наначит, не смешно. Наначит. Нет, не послышалось. Вот это зум. Там какие-то пацаки сидят. Можно глянуть? Если обратно целиком вернешься, то... Yes! Рик, вот тебе еще одно очко, последи за Рэгом. Как-то этот мужик странно выглядит. Рэг, стой! Стою. Это же приспешник Бандрюда. Ну что он здесь... Бандрюд? Это тот, который на тебе смете эксперимент составил? Слышь, говно, ты че тут... Братан, давай потише. Тебе не говорили, что тут гулять опасно? И залоб свое забери. Это же кирка, которую мы потеряли в бою с ежом. Но... Почему? Гладиолус, потому что. Давай-ка ты двигай отсюда. Опасно тут, говорю же. И этому пушистому своему передай. Пуши... Как ты узнал? Рэг, давай-ка дуй обратно. Нинка, не ссы, твой враг, мой враг, брат за брата, Нина! Давай-ка ты там расфасуй, чудо, как, а я свое движение сам прикину, понял, да? От таких фраз ты страшнее не становишься. Опа. Это чё за иный приживленец? Боюсь, на четвертом уровне в цветочках полежать не получится. Вас отложит нечто неприятное. Чел, тебе нормально, не? Что с ним? Теплая просторная квартира. Для личинок. It's free real estate, как говорят. В общем, это поле заражено, а вон там их гнездо. Давай к шуруй уже, Бандрюд вас заждался. А пока эти жуки не засрали все остальные уровни, я немного... зажгу. Эй, погоди, там же люди были! Рэг, нас сейчас тут реально накроет, дуй обратно! Слышь, убери свою залупу от меня! Ну чё, пацаны, как вы? Рэг, ты весь в кишках. Пятый уровень, море мертвецов. Ну так вот, в конце этого уровня будет и до фронт. Оттуда я и пришла. Это последняя точка, откуда можно вернуться живым. Там же и Бандрюд седалище давит. А ещё там это самое. Лифт. На шестой уровень. Но пока что мы туда не пойдем. Ты ведь не хочешь сказать? Я смотрю, ты уже догадался, потому что... Спонсор данного ролика Дима Сейндука, слово переходит Майлзу. Спасибо за хорошую подводку на ночь. Так вот, у Димы в Питере есть магазин Geek Trip и сайт, в котором с доставкой по всей России можно приобрести кучу всякого мерча и даже мангу. Мангу по бездне в том числе, да-да, вот именно этот четвертый том я сейчас и пересказываю. Мерчугу и мангу на русском вы найдете по весьма привлекательной цене, а если введете промокод IMAS до конца сентября 2021 года, то цена станет еще ниже. Ссылка на магазин в описании. Все, он закончил. Идем дальше. Нанач считается одним из лучших паркурщиков в мире. Нанач, а ты уверен, что эти кислые мостики не рухнут? Ты в бога веришь? Что? Ну... Верь, Рико, верь! Рик, я кушать хочу. Я знаю, где есть еда! Это что за хуета? Причем во всех смыслах. Рико, ты вообще уверен, что это так готовится? Это должно быть съедобно. Ешь! Ёбаная жизнь. Ммм, я не умер. На вкус как сладкие батины сапоги. Рик, смотри, что тебе будет. Чё, опять рыбачишь? Не-не, я ту хрень ловить не хочу. Помню, мы с Митей только и ели безвкусные сухпайки. Жалко, что она пропустила такую вкусную жижу. Ну что еще? Наначи! Нет! Сука, ну что ты такая добрая, заебанная? Я так и думала! Лишь бы полапать, сука, отстань! Вот что ты кота в Шреке не играл, а? Все, мы на месте. Резиденция Бандрюда. И до фронт. А вот там единственный проход по суше. Попиздили. Ти, тоже мне пиздюки пришли. Ну, хотя, как бы тоже, ну да ладно! Каков план, начальник? Закрыть варежку. Базарить буду я. Кто это? Понятия не имею. Шевели болтами. Не, реально шпана. Вы как до сюда добрались-то, эй? Алло. Вы чё, шпрёхаете по-русски, не? Моя звать Пушка, а твоя?
Ну, чувак, ну поговори со мной, ну чё ты, бля? Ладно, давай да с имён начнём. Меня, говорю, Прушка зовут, а тебя? Рэк я. Ооо, а тебя? Рику, бля, бля. А ты чё, долго мех лепила? Как звать? Уши настоящие? Пиздец. О, батя! Ну ладно, уберите музыку. Здравствуйте, мои дорогие, я вас заждался. Наначи, будем еще делать смешную нарезку детей? Кстати, тебе идет этот скворечник. Я узнал, что ты смогла справиться с Мити. Изумительно, достойный результат. Бандрюд, это ведь ты их изувечил. Ты че, сука? Борь, нам просто нужно пройти дальше. Пропустишь нас? Конечно! Вот только лифт активируется при помощи моего белого свистка. Мы подготовили для вас комнаты, да. Можете пока что отдохнуть в них. Прушка, проводишь их? Говно вопрос. Вот тут ваша комната, короче. На кой черт ставить такие титановые двери? Нет, я ничего не заподозриваю. Да, это, конечно, не Самара. О, это ж сухпаёк для исследователей. Можно попробовать? Естественно. Ну, вкус как стена. Ну ладно, ты доедай, а я пошла. Спокойной ночи. Спать нельзя. Вдруг, пока мы спим, нас вые... О, у тебя узор во лбу. Ну ладно, хоть узор. Он появляется, когда я башку свою в него просовываю. Но раньше он был немного другой. Больше, да? Глянь. Этот узор есть на многих артефактах. Обозначает количество оставшихся использований. Судя по твоему котелку, тебе осталось выстрела 3 от силы. Здесь не стрелять. Усёк? Ну... Я чё стрику делать буду, если ты в какашку превратишься? Ну как тогда? Нужно что-нибудь придумать. Заебали храпеть. Дайте горю, нормально всё будет. Мити? Нет, Бандрюд. Ебать, меня попёрло. Согласен. Мне нужно поговорить с тобой, Боря. Мне с тобой тоже. Не спеша. Очень не спеша. О-о-о! А где все? Моих нигде нет. Остается только... Но Прушка вроде говорила что-то об этой лестнице. Не ходи туда, ёбуда, ж проклятие 5-го уровня. Нормально все должно быть. Так, тихонько, помаленьку с будуна ходили, привыкли уже к... Ой, а почему у меня падают зубы? Ну, сука! О, а мне не больно. О, а куда мы поплыли? Не-не-не, мне в другую сторону. Погодите, а где здесь вообще стороны? За кем я... Ебать! Ротоподъем, бля! Тебя кто учил по лестнице лицом вниз спускаться? Прушка, а ты где была? У тебя дверь была заперта. Ясен пень заперта. Ну мало ли что там делал. Не маленькая ведь уже. Мурик, реально заперта. Да. Остается только лестница. Не-не-не, подожди, мы сейчас обе лицом вниз прокатимся. Ты свое ебало придержи давай. Если не пользоваться своими чувствами, пройти можно. Мэнни, вылазь. Какой? Чё-то... Да, я усыновил Прошку. Значит, не родная. Понятное дело, откуда у такого маразма семья? Ну, не говори так. Семью ведь создают два незнакомых человека. Ну, кроме инцеста, конечно. Давай, занюхни, я тебе говорю, нормально все будет. Слушай, чё ты очкую? Да ты успокойся. Чё, уже видишь, где Мэнни скакала? Все, давай, попиздила. Наначи. Мое исследование уже почти закончено. Оставайся работать у меня. Будем как в старые добрые. Одно условие. Какое же? Тех двоих ты не трогаешь и даешь им спокойно пройти на шестой. Упс. Что значит упс? Никогда не видел таких роботов. И поэтому... Хе-хе. Ты чё, бля? Братан, у меня диски на болгарку закончились. Какие диски? Где это я? И... Почему я привязан? Надо посмотреть его внутренний мир. Чё, не видно? А вот так вот YouTube мне по голове надает, если я рога не замажу. Давай, Свет. В этих исследованиях ты подашь нам свою... руку помощи. Давайте живот. Идите нахуй! На нахуй! Рэк! Убери свои наушники, бля! Алло, Рэк! Зайка, нихуя кадр. О, прикольно, пуши заебал. Красота, базар. Не трогать зайца! Смотреть можно, трогать нельзя! Вы охуели, что ли, блядь? Кто разрешал вам делать нарезку моих друзей? Так вы решили заменить его?
Раз так, то... Пройдите на диванчик. Пройдите на диванчик. Рик! Не, надо съебывать отсюда Рико. А как же рука? Сейчас подручных средств нету, чтобы ее вернуть, понимаешь? Я вообще не понимаю, что происходит, но руку помощи вам подать не могу. Обе руки. Ну вы поняли. Да-да, мы поняли. Все, давай, небольшой расход. Батя, что происходит? Прушка, посиди немного с этим немолодым человеком, а я пока дорежу... провожу наших гостей. Не реви. Не реву. А кто ревет? Пацаны. Э? Рэк! Пахнет чем-то подгорелым. Может, у тебя мозги подгорели? Горелый запах. Пятый уровень! Наначи, не знал, что этот бионикл тебе так дорог. Пойдем со мной, я соберу его обратно. Ты не пойдешь. Ты полетишь! Пятый уровень! Если вы ощущаете подгорелый запах, это не значит, что рядом кто-то хуёво готовит. Это значит, что вам пиздец. Ну чё, его воткнули? Должны были. Это ещё что? Это пушка наподобие твоей. Такая же и отрезала твою руку. Изумительно! Это сколько пива уйдет на этих раков? Ну что вы прячетесь как дети? Ну хотя вы есть как бы, ну да ладно. Он сквозь дым нас увидел? Нет. Скорее всего он что-то намутил с моими глазами и теперь как-то смотрит через них. Ну же, выходите! Надо же как быстро вы... Как жаль, что у вас план какашка, однако он был... Эй, дай договорить-то. Заткнись нахуй! Братан, ты хоть знаешь, сколько эти рукавники стоят? Да китайские декорации, чё пиздишь? Упс. Что это? Мы немного глистов прихватили с четвертого уровня. Может, хоть тебе немного мозги прочистит? Изумительно! Как вы меня провели? Да, он как-то следит через меня, но ничего не слышит. Говорим одно, показываем другое. Нам повезло, что сейчас с ним нет картриджей. Картриджей? Да, это устройство для защиты от проклятия. В общем, план таков. Бежишь такой хресью башкой! Изумительная разрушительная сила. Иди нахуй! Да, вот так его! А потом, короче, прогиб кидаешь и падайте нахуй на шестой уровень, а потом... Помнишь свой лифт? Помнишь? Конечно. Тогда я тебе напомню! Эй, ну я же помню... Вы это сами придумали, да? Прикольно вышло. Изумительно. Свистни. Свистни, сука, нам на шестой на... Батя, тебе нормально, нет? Батя. Упс, неловко вышло. Бандрюд воскресе. Бать! А как ты? Твоя любовь воскресила меня, Прушка. Опа! Ах ты! Эй, бум, давай потише. У Петрушки сейчас тихий час. Бам. Долго целишься. Что? Что ты? Проклятие третьего уровня. Пошатает немного, поплавает, нормально все будет. Какого хуя? У тебя двое! Двое? Все теневые руки это я. Ладно, мне надо эксперименты делать. Заходи на чай, когда эти двое в себя придут. Вот это отрежь. Отрезать. И вот это тоже не надо. Тоже не надо. И вот это убери. Батя, все будет хорошо. Да, но не у тебя. Рико, какова твоя цель? Бездну хач. Ну и узнать, кто эту маляву накатал, на кой хрен вообще нужны проклятия, откуда Рэг. Ты прикинь, у него даже писюн становится больше. Да ну нахуй, я тебя базарю, а что это? Ну, вот как-то так он выглядит. А ты уверен, что нам стоит это обсуждать? На самом деле нет. Хорошо, тогда пропустим. Вот, короче, я хочу на дно сходить мамку найти, но на самом деле меня просто на днище тащит. Но мамка как приятный бонус, да? Ну ты молодец, Рику, будешь путешествовать со своей маман. Давай, еще немного осталось, ну а я пошла на разбор. Пружка! Тормозы! У тебя еще кишки по местам не встали! Зооголик.
Что? Артефакт, который может переносить разум одного человека в другого. Это по-любому он, я читала об этом. Как ты быстро в себя пришла. То есть его маска это тот самый артефакт? Нет, зооголик должен быть размером с комнату. А еще в результате перемещения сознания у обладателя часто ехала крыша. Видимо, маска ему нужна, чтобы пружка ёбу не дала, пока настоящего батю ищет. Короче, план, ёпта! Рэг плывет до генераторов над ней до фронта, там заряжает свою пуколку, а мы с Рико идем их отвлекать. В какое место надо воткнуть, чтобы зарядиться? Нина, по-моему, мы забыли объяснить Рэгу, как ему... Что за... Я надеюсь, у него сейчас не играет какая-нибудь злобная музыка. Играет. Я... Не вижу нихуя. Нанач, Рэг не отвечает. О, это по-любому Рэг! Ёбну, чтобы мы поняли, что он на связи. О, это ты. А это думала, что за хуйня у меня на шее? Это куда? Рико, да брось ты её! Нет, надо бежать за ней! О, нам сюда и надо. Какой GPS у вас хороший, Чё это такое? Консервное. Что значит консервное? Вылавливали бездомных, удаляли все лишнее и запихивали в эти ящики. Работают как проклятие отвод при подъемах. Бандрюд меня так шуганул, что я не думаю, вот этими руками засовывала детей! Наначи, не надо, подробности нас забанят! Здравствуйте! Наначи, давай как в старые добрые, эх! Ну что, очередь пружки уже пришла? Не волнуйтесь, пружка сейчас спит, царство небесное. А вы, как я понимаю, здесь, чтобы сделать свисток. Озан говорила, что его делают из какого-то дорогого предмета. Да, из дорогого. Дорогого конкретно тебе, потому что материалом будет любимый человек. Ну а так как я люблю себя больше всех, то я сделал его прямо из... Себя. Ты ёбнутый, я тебе отвечаю. А чё тогда картриджи из себя не делаешь? Первоначально я это свисток, а вот из копии картриджи уже не получаются. И поэтому ты пружку тоже! Ща будет скибериба. Ложись! О, подходишь ко мне? Ты чё выёбываешься? Нет, ты должен был... О, GPS убегает! Ну, начай сейчас! Ай, ладно. Такую оценку испортил, Гангвей. Я тебя сейчас ебал оторву! Я думал, ты шутишь, а ты, оказывается, буквально. На самом деле, я бы хотел... Эй, ты дашь договорить, Фаркарас? Ну так вот, я бы хотел изучить тебя получше. Да вы издеваетесь. Наначи, я нашла зооголик. Рико, беги отсюда! Рэг ебанулся! И чего с болтами ты шарику спалишь? Пуколку вырубай нахуй! Сука, пизда! Летим. А куда летим? Надо же так бомбануть. Наначи! Наначи, нечаянно. Ну давай, попытайся объяснить. Я, короче, только дернул за провода, меня ёбом токнул, а потом такая злая музыка началась, типа пум-пум. В общем, мои слова тебя в чувство привели, да? Нет, ты просто пушистая, ну ты знаешь. Пушистая... А пиздал, блядь! Наначи, прием. Рико, у тебя все нормально? Если не учитывать, что мне сандали чуть не отстрелило, то да, все норм. Хорошо, засовываю тебя врагу в ухо. Что? Если чё, кричи, пусть рака глохнет нахуй. Ну и? Что дальше? Спасибо, что выбрали наши авиалинии. Полет будет недолгим, за жизнь отвечаем. Ой, какие-то хуёвые у вас линии. И пилоты одноразовые. Ну и зачем надо было меня сюда тащить? Это чё такое? Это Андрей. Чуть левее Никита. А вот это Серёга. Ты как выжил-то? Ну зачем ты снес мою лабораторию? Она ведь даже не застрахована. Рэг, прием! После выстрела у тебя минут 10, забыл? Давай пердоль наверх, пусть израсходуют все картриджи. Куда? Мы же еще не закончили. Нахуй иди! Давай поговорим. Дай ты нахуй! Ну, Рэг, нормально все было. Отъебись от меня! Водяная колонна рушится. Ну, подумаешь, пару десятков детей перемолол. Наука же с кайфом. Отъебись от меня! Ну, Рэг... Ах, вот что с людьми делает пенсионный фонд. Зверина. Санек, Витя и Матвей сняты с пробега. Ну и...
Только не говори. Кружка. Как ты мог? Ну наука же, говорю, с кайфом. Ты какашка! На-на-на. Ты давай тут поаккуратнее со своей пукалкой. Рико, давай! Рэк! Не надо тут геморроидальное уплотнение. Руку. Что? Ароматно начал, лучше лекарство. Короче, спать. Я не плачу. Мне просто воздух в глаза попал. Вам не кажется, что это читерство, нет? Хотя мне даже понравилось, пальнуть отрубленной рукой это надо уметь, да. Ты будешь умирать, нет? Знаешь, я вас даже зауважал. Такого босса воткнули, то есть меня. Короче, счастья, здоровья, с вами был Бордюр 21, всем пока. Придурок. Доброе утро. Я твои кишки по местам расставил, не трогай пока. Пружка, тебя закатали как консерву. Вот только почему-то консерва еще жива. А? Нет, Пружка выливается! Чё это? Почему мне кажется, что это Пружка? Воу-воу! Чё с тобой? Я не знаю, меня что-то вштырило нормально так. Это же... Погоди-ка, если человек будет думать о другом в момент смерти, то... Дай-ка мне его на минуту. Во, так лучше. Вид у него, конечно, так себе, да простит меня Пружка, но... Это твой белый свисток. Дуть в него можешь только ты. Наначи! Ладно, хоть каску твою нашли. Теперь заряда выстрелов на 10 хватит. Слышь, Нанач, это чё, буря? Ты знаешь, мы с пацанами обговорили, и никто толком не знает. Я это сейчас не от своего лица говорю. Угу. В общем, мы договорились, что он подрубает лифт, а мы оставляем их в живых. Эй, ну чё встали? Идём страдать дальше! Давай, залезай сюда. Мы едем на 6-й уровень, а 6-го живыми не возвращаются. Круто, да? А где тут туа... Тёплая просторная квартира. Для личинок. Нет, не так, подожди, я переиграю. Нет. Ладно, давай, да, с именом. С Эминема, блядь, начнём, давай. Бизи, стоп, блядь, мам спагерри. У тебя дверь была заперта. Я синпень заперта. Ну, мало ли, что там делаю. Не маленькая же, если... В общем, мои слова тебя в чувство привели, да? Нет, ты просто пушистая, ну ты знаешь.